Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, вот только записывал ролик, вчера, по-моему, о том, как Румыния пропустила к себе несколько дронов, и как она их не сбивала, и, в общем-то, ну, вела себя, как я тогда выразился. Ну, я точно не буду сейчас говорить, потому что уже не помню. Ну, так, скажем, в том смысле я высказывался, что Румыния вела себя трусовато. Так вот, беру свои слова назад, да? Как оказалось, румыны вчера дроны сбивали. Да. Или это позавчера уже было? Да. Значит, что они сделали? Они поставили вдоль Дуная гепарды несколько штук. И когда видели дрон... Значит, во-первых, первый дрон, когда он полетел, там один залетел почти на 12 километров на румынскую территорию, его сбили, он упал. Вот. А потом, когда вот этот дрон сбили, там же эта атака продолжалась долгое время, вот. И, собственно говоря, когда они видели дроны расистов на территории Украины или над Дунаем, которые летали, да, в зоне, которая между Украиной и Румынией, они их тупо сбивали. То есть, есть несколько видео, в которых очень хорошо видно, что, ну, как минимум, скажем так, как минимум над Дунаем сбиваются дроны. А с моей точки зрения, они даже сбиваются на территории Украины. В принципе, что румыны и не отрицают, как бы. То есть они, если они видят, что траектория дрона идет в их направлении, они его лупанули. То есть всего, ну, по разным оценкам, сбили порядка 3 дронов российских этих шахедов. И надо сказать, что, короче говоря, свои слова я беру назад. Трусливого поведения здесь я не увидел. Вот, видите, уже есть какой-то позитив. Страна НАТО, пускай, знаете, в данной ситуации не под эгидой НАТО, но это все-таки страна НАТО, повела себя по-мужски и просто хряснула по зубам быдлу, которому надо было хряснуть по зубам. Вот, собственно говоря, и тут такой, понимаете, с Россией другой подход невозможен. Есть Россия, это лоб здоровенный, да? Вот, есть оглобля, есть расстояние между глаз у России, да? Вот когда их соединится глоблей, у России после звезды, знаете, звезды такие, да, выскакивают. А потом появляется понимание, что так делать нельзя. По-другому Россия вообще не понимает. И тут огромный респект румынам за то, что они вчера сделали. Или все-таки позавчера. Ну, не буду говорить, но не суть важно. Вот, то есть это мы видели, знаете, это такой... Вообще надо понять западников. Для них это такой перелом, когда швакнуть Россию, да, по тому месту, по которому ее надо швакать. Это огромный перелом, это моральный перелом такой, да. От боязни этого народа до понимания того, а что они тебе сделают? Ничего, ничего, ничего. Их армия уже стерта. Сами они представляют из себя просто большую кучу, сами знаете чего. Вот, собственно, и все, румыны поступили. Короче, румынам респект, ребята, беру свои слова назад, те, которые я говорил о них вчера.